Я присоединился к храму ИСКОН, понимая, что это для меня значит. Это значит практиковать сознание Кришны, и для меня это значит выходить каждый день на распространение до конца моей жизни и вернуться назад к Богу. Я присоединился к этому. Это то, что я хочу получить. Но в то же время я понимаю, что это нелегко, поэтому, когда я воспеваю Харе Кришна каждое утро, я воспеваю: «Пожалуйста, Кришна, помоги мне! Я великий санкиртанщик, просто дай мне немного вдохновения, дай мне немного силы, дай мне смелости». И поэтому я всегда говорю, что воспевание Харе Кришны — это не просто деятельность, это образ жизни, и этот образ жизни состоит в том, чтобы постоянно пытаться предаться Кришне в каждый момент. Поэтому я также чувствую, что для меня чтение — это не просто деятельность, это образ жизни, и каждый раз, когда я читаю книги Шрилы Прабхупады, я ищу какое-то предложение, которое вдохновит меня на предание, чтобы выйти на Санкиртну в этот день. И я до сих пор помню, что я прочел в книгах Шрилы Прабхупады, когда я впервые присоединился к храму 21 год назад. Я помню, как Шрила Прабхупада описывает в комментарии Бхагавад-гита 18.6, что «машучаха» означает «машучаха» означает «не стесняйтесь, не бойтесь, не волнуйтесь и не беспокойтесь». И просто перевод: «не беспокойся, отбрось религии и просто предайся мне». И Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «машучаха» означает «не стесняйтесь, не бойтесь, не волнуйтесь и не беспокойтесь». И это было то, что я помнил, когда выходил на Санкиртну. Это была медитация, которая была как «не бойся». Не стесняйся, не волнуйся, просто выйди из машины, возьми и просто начни подходить к людям. Не бойтесь, не стесняйтесь и не волнуйтесь. Так что это просто пример того, что я прочел за 5 минут до того, как я пошел на Санкиртну. И вот уже 21 год, как я помню эти слова, это была медитация. Поэтому для меня чтение книг Шрилы Прабхупады было вопросом жизни и смерти. Потому что это было похоже на то, что если я здесь, в логове льва, если я не найду какое-то вдохновляющее что-то в книгах Шрилы Прабхупады, следующие 5 минут, я могу умереть могу. И тогда жизнь моя будет просто сходить до магазина или что-то подобное. Я могу просто упасть в маю. Так что для меня воспевание Харе Кришны и чтение — это не занятие, это образ жизни. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.